На передний план в украинской столице сегодня вышли вопросы иного характера. Киев задыхается в дыму природных пожаров. Ситуация настолько серьезная, что отменены занятия в школах. По данным украинских санитарных служб, которые вторые сутки следят за состоянием воздуха, по содержанию некоторых вредных веществ нормы превышены втрое. Пользователи украинского сегмента интернета обмениваются видеокадрами, снятыми из окон, на них густая пелена дыма, и советами, как избежать последствий для здоровья. О том, что таковые возможны, горожан уже предупредил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме Киева, смог и запах гари портят жизни и в других крупных городах – Житомире, Черкассах, Умани и Виннице.